Дорогие друзья, всем привет. Всем привет, уважаемые болельщики. Приглашаем вас в прямой эфир матча юношеской футбольной лиги 2. И здесь Виктор Саранчуков будет делать первое касание. Так, ну посмотрим сейчас, что железнодорожники будут предпринимать. Никто не играет сейчас на ворота. Борьбу выигрывает Локомотив. И вот отсюда попытка удара и добивание сейчас сходу. Это исполнял Рамазан Искандеров. Вот так сходу добивал. 11 номер. Искандеров. Уже нужно делиться мячом. Подождал включение. Сейчас хорошее включение и удар сходу. Вот это было отлично. Динамовцы, браво за эту атаку. Еще бы, если в створ ворот было бы... Ну, просто шикарно. Получается, четверых игроков вытащили на себя вот этой распасовкой. И вытащили, действительно, атаку. Сейчас к воротам с ударом заканчивают. Так, судья сразу здесь все эмоции гасит. Удар получился. Хорошая комбинация. Федор Бондарь бил. Перехват. Тягунов. Накрутит. Накрутил Тягунов. Пытается сместиться. Пас направо. И оттуда удар. Но это просто для голкипера Данил Кузнецов. Что-то вот наподобие и ждал. Уже сложился и в ближнем углу забрал мяч. Что-нибудь придумать. На дальнюю тоже передача. Дмитриев выигрывает борьбу и бьет. И тоже здесь все для вратаря предсказуемо. Данил Кузнецов. Мяч остался сейчас у «Динамо», несмотря на фол, удар и спасение блистательное Станислава Нужи, дорогие друзья. На своей половине «Локомотив» близ лицевой борьбу выиграл. Ну что, надо бить с этой дистанции. Есть удар, он неожиданный. Вы посмотрите, Станислав Нужа не намертво. Вот потеря получилась. «Динамовцы» подобрали. И уже в штрафной «Динамовцы» находится. Это «Змеев» прострел. Некому здесь на прострел в итоге откликнуться. Отлично сейчас. Удар. Промах. Но до этого был зафиксирован офсайд линейным рефери. Настроению сейчас вот того, что в конце происходит. Форсировать концовку не буду. Так, внимание, дорогие друзья, позже об этом удар все-таки случается. У «Локомотива» Арсений Тарасов с передачи Дениса Тягунова бьет. А поле у «Динамо». И поменял он Артема Змеева. Также произошла замена в составе «Локомотива». Здесь за счет выбора позиции переиграл динамовец. Тронь отдает передачу и режет угол. И идет. И с мячом остается. Здорово. Нет. Передачи сейчас. Нужно было чуть-чуть мяч поднять. Рамазан Искандеров. Какой рывок. Очков тоже 2 матча, 2 победы. Чертанова 2 матча, 4 очка. Одна ничья. Это мы тоже проговаривали. Здесь был так. Внимание. Внимание. Момент опасный. Станислав Нужа. Выноса Нужи. Интересный факт вот про «Динамо». Команда в матче первого тура подала 16 угловых. Ничего себе момент у владения Кузнецова. Обошлось. Виктор Саранчуков хватается за голову. Там перекладина. В Новогорске «Динамо» «Локомотив». Получается, прессинг сейчас стряхнуть. Росляков вот это да, набрал скорость. Точный пас. Тягунов. Тягунов пошел в штрафную. Тягунов. Передача. Удар. Гол. Гости открывают счет. Дорогие друзья, наши поздравления. Автор Федор Бондарь. Номер 14. Выговаривает, конечно, здесь Данил Кузнецов своей обороне. Все было здорово. И, что самое главное, по темпу все вовремя. Давайте на повторе посмотрим и разберемся с этой атакой. Браво, «Локомотив». Долго ждали мы открытия счета. Левый игрок атаки. Так, смотрим сейчас, будет ли удар. Удар прямой, ничего себе, в ближний угол. И хорошо, на исполнение так подкручивал. Удалось продраться сейчас динамовцу, вот это здорово было, Арсений Абдулхалигов. И 1-1, уважаемые друзья, «Динамо» сравнивает и... Этот мяч, можно сказать, под копирку. Та же самая история, что и забил «Локомотив». Наши поздравления.
удается сейчас забить ответный. Но вот борьба за победу. Арсений Лимарев. При счете 1-1, конечно, ни тот, ни другой коллектив к лидирующей группе не примкнет. А там что? Вспышка эмоций. Вот это, да? Желтые карточки сейчас пойдут. Так, Дмитриев удален сейчас в концовке. Вот это да. Так, и удален. А, нет, Владимир Иванов не будет удален. У него не было желтой карточки. А у Дмитриева была. Капитан Локомотива сейчас на 89-й минуте получает красную. Время. Динамо атакует. Еще одна подача. Но одна из последних. Вот эта срезка сейчас. Мяч за лицевую. Что за цифры такие? Подача. Вратарь, внимание, вратарь, браво, Станислав. Ну же, забирает 1-1, уважаемые друзья. Вот так заканчивается эта встреча.